Смысл христианской веры не в том, чтобы Бог для нас что-то делал, чтобы Он нас утешал, чтобы Он нас гладил по головке, чтобы Он исполнял наши желания. Для этого есть золотая рыбка или там щука у Емеля. А христианство – это служение Богу. И суть христианства не в том, что Он что-то делает для нас, а в том, что мы служим Ему. Не в том, что Он исполняет наши желания, а в том, что мы исполняем Его заповеди, Его волю. Если кто-то ищет просто утешение для себя, ну, да, тут могут быть проблемы серьезные. Ну, скажем так, ведь нигде в Евангелии не сказано, что вот Сын Человеческий пришел в этот мир для того, чтобы мы были сытые, богатые и здоровые. Суть христианства не в том, что Бог нас должен жалеть. Он уже это делал, делает и будет делать. Но мы-то чем-то ответить должны.